Добрый день, мои хорошие. Посмотрите, какой туман на улице. Он еще рассеялся. Время сейчас 3 часа дня. Я встала в 10, и вообще ничего видно не было. Вообще. Смотрите, как красиво. Как будто попала в фильм Silent Hill. В какой-то веке я никуда не опаздываю, и мы спокойно можем одеться, накраситься, причесаться. В общем, времени море. Я хочу сейчас поменять чехол, который мне изрядно поднадоел. Заодно показать мою коллекцию чехлов. Если честно, не советую покупать много, потому что эти два я, по-моему, ни разу даже и не носила. И этот, кстати, тоже. Покупала его вместе с телефоном, и вот уже он пожелтел. А этот Сали заказывала, уже грязный, непонятно, где я его запачкала и не отмывается. Поменяем этот на вот этот. И внутри чехла я нашла один манат. Вот так вот у меня лежал. Я, кстати, всегда внутри чехла держу деньги на всякий пожарный случай. Вдруг там, не знаю, я потеряюсь, чтобы было возможность доехать до дома. Давно я, конечно, свой телефончик не видела голеньким. У меня здесь нету даже защитного стекла. Вот. Использую просто так. Когда сломается, тогда и сломается. Как же я люблю этот свой телефон. Раньше я не понимала людей, которые покупают айфоны, а теперь просто влюбилась и не представляю у себя в руках Samsung. Прикиньте, следующий мой телефон тоже обязательно будет айфончик. Вот так вот. Но я еще год как минимум планирую походить с этим телефоном, потому что он меня устраивает на все 100%. А все остальное мое богатство кладем вот сюда. Сейчас я буду делать макияж. Будем наносить тон. У меня такой от NYX Stay Matte. Это, кстати, старый дизайн, но мне он все равно очень нравится. В общем, сейчас я крашусь, потому что иду с подружкой гулять. Вообще, я действую по своему настроению. Если у меня есть желание, то я снимаю мукбанки. Если желания нету, например, есть желание снять какую-то собиралку, то с удовольствием я это делаю. Например, сегодня я мукбанк не снимала и снимать не собираюсь, потому что, наверное, не успею. Да и не хочется. Хочется сегодня погулять, хотя погода такая странная. Такой туман. Не обращайте, пожалуйста, внимания на мои брови. Айка, любитель экспериментов, решила побрить кончики бровей. И побрила, и получилось ужасно. Не допускайте те же ошибки, что допускаю я. В общем, у меня здесь бровь растет, а здесь просто залысина. Тон я всегда закрепляю этой пудрой от Rimmel Stay Matte. Пойдем где-то посидим, а то я постоянно как крот дома. Надо вообще почаще куда-то выбираться. Если честно, зимой мне нравится сидеть дома, но как только погода улучшается. А вчера была вообще обалденная погода. И вчера мы с подружкой договорились и не посмотрели прогноз погоды, но сегодня тоже не холодно, просто туман. Когда я бываю в центре, очень много подписчиц встречаю. Это так приятно, я вас так обожаю. Спасибо, что вы у меня есть, спасибо, что подходите, честно. Очень приятно. В общем, вот такой тон у меня получился. Мне все нравится. Эти лица с фейстюном, они не существуют. Давайте будем реалистами и будем любить себя такими, какие мы есть. Последние полгода я пытаюсь добить вот эти румяна от Sleek в оттенке 921. По мне, очень классный оттенок. Наносим слегка просто. Сегодня вечером приду, обязательно все кисти свои помою. А то уже чистых нету. Надо бы еще один комплект кистей купить. Знаете, почему я решила сбрить? Я сбрила совсем кончик, и у меня там начали расти волосы. Я подумала, вау, классная идея, давай сбрею половину. Вдруг начнут классно расти. Не знаю, как у вас, у меня после того, как я брею брови, они растут такие жесткие. Их растет много. Но как ходить с такими бровями потом месяц, непонятно. У меня закончился гель для бровей. И вот этот вот уголочек, он спадает, и я его не могу зафиксировать. Я буду использовать мою любимую палетку от Зоева и вот этот вот оттенок. Базу под тени я не наношу. Просто тон и слегка закрепляю пудрой.
Достаточно. Когда я смотрю всякий туториал и вижу, как девчонки делают макияж, я думаю, блин, так легко все. Подумаешь, я тоже сделаю такой мейк. А потом, когда пробую на себе, оказывается, что это не настолько-то и просто, как кажется со стороны. Наношу темный оттенок прямо на самый уголочек и стараюсь его растушевать. Эти тени вообще очень легко тушуются, но при этом хорошо держатся. Ну что, как вам? То же самое нужно проделать с этим глазом. Тени вроде как я нанесла, мне все нравится. И я сейчас думаю, стоит ли рисовать стрелки или просто накрасить тушью. Тушь у меня вот такая вот от Essence. Это вроде как новая тушь. Но когда я ее купила, я даже не обратила внимания. Когда пришла домой, обнаружила, что она вообще сухая. Поэтому, мне кажется, надо в магазине вскрывать и смотреть, сухая она или нормальная. А то, получается, деньги отданы, хоть небольшие, но все равно неприятно. Обычно, когда я куда-то опаздываю, у меня прям все так долго делается. А сейчас у меня времени море. Я управилась всего за 15 минут. Хайлайтер у меня такой от Revolution. Я его вам миллион раз уже показывала, если вы давно подписаны на мой канал и смотрите мои видео, за что вам огромное спасибо. И вот так вот в области носика, на верхнюю губку. И я буду наносить на губы бальзам от El Corazon. Хотя лучше это сделать в конце, когда я уже сделаю перчёску. Да, наверное, оставим пока что. В конце нанесем. Волосы у меня уже почти высохли. Я хочу сделать высокий хвост. Получилось просто идеально. Мне все нравится. Очень аккуратно. Теперь нужно определиться, что же я надену. Слава богу, выбор велик, так что сейчас буду думать. И мой выбор пал на мой любимый костюмчик, правда, на видео кажется не очень. Это такая юбочка, пиджак, и снизу я надену вот такую футболку. Будет смотреться очень даже ничего, тем более на улице погода хорошая, несмотря на то, что туман, все равно не холодно. Заправим это все капроновыми колготками 15 Дэн. Ну что, я оделась. Мне, если честно, очень нравится мой лук. Еще надо его дополнить длинными ботфортами. И сейчас я, кстати, думаю, как хорошо, что я заказала XS. Вообще, когда Shein заказываете, берите маленькие размеры, потому что немного размеры больше мерят. Теперь нужно определиться с сумочкой. Мне, конечно, хочется взять с собой вот эту вот прекрасную сумочку новую от Alda. По-моему, я ее еще никуда не носила. Но, к сожалению, под мой лук она не подходит, поэтому придется взять вот эту. Но она тоже не менее красивая. Покупала я ее на мамин день рождения на 14 февраля. Очень мне она нравится, хорошего качества и вместительная, что тоже очень важно. Здесь вот такой вот ремешок. Сейчас будем заполнять сумочку. Что же у меня в сумочке? Во-первых, я возьму с собой свой кошелек с карточками. Во-вторых, обязательно нужно взять блеск для губ. У меня от El Corazon. Я губы так и не накрасила, потому что я буду в маске. И накрашу уже потом, когда маску буду снимать. Он у меня уже заканчивается, но блестки от него просто нечто. Обязательно жвачку и миниатюрку аромата. Ключи. Их у меня много. Не только от своей квартиры, но даже от квартиры брата. Прикиньте, можем их грабануть, когда их не будет дома. Телефон. Одни колготки на мне, но обязательно я беру еще и запасные. Вдруг пойдет стрелка. А учитывая мою аккуратность, она точно пойдет. Резинку для волос и немножко вкусняшек. У меня это вот такие конфеты пчелка. Их я очень люблю. Вдруг проголодаюсь. И вот такой Milky Way. Обычно я не беру пудру с собой, но в последнее время у меня на лице какой-то жирный блеск. Поэтому давайте возьмем. Наушники и вот такой вот крабик. Это для подружки, ей надо передать.
Вообще сумка очень вместительная. Посмотрите, как много места еще осталось. Еще здесь есть отделение и вот здесь. То есть очень много всего можно сюда поместить. И все удобно. В общем-то, я думаю, достаточно. Вроде ничего не забыла. Закрываем. Кстати, вот эту шкатулку с удовольствием просто использую. Здесь у меня украшения, те, которые я использую на постоянной основе. А все остальное я хорошенько запрятала. Здесь, в принципе, очень много всего помещается. Сегодня я хочу надеть вот это колечко с бабочками. Я его не носила около 3 лет. Сегодня надо выгулить. Вот это кольцо, наоборот, кладем на место. Вот так вот. Оп, готово. Это кольцо, правда, неудобное для повседневной носки. Но куда там, иногда можно. Надеваю свои обалденные замшевые ботфорты. И все, в путь. На этом все, сейчас надену масочку и в путь. Надеюсь, что эта собиралка вам понравилась. Если это было так, то обязательно пишите в комментариях. Буду часто снимать подобный контент для вас. Всех люблю, с вами была Айка.